Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 14-го каталога Faberlic. Поделюсь с вами отзывами на новинки, составим план покупок. Итак, поехали! Тут у нас палеточки новые сразу. Ну, обзор ролика с макияжем вы уже видели. Цена вопроса вообще смешная, поэтому смотрите, выбирайте. У меня была вот эта. Нет, вру, вот это. Но они очень, кстати, похожи. Смотрите, здесь единственный момент. Здесь коричневый, он прям коричневый, а здесь сиреневым подтоном. А со скидкой консультанта, девчонки, 150 рублей тени. Как бы, ну, взять и попробовать, я думаю, легче самой составить свое впечатление. Вот эта палетка очень понравилась. Она, получается, у нас около 500 рублей будет со скидкой консультанта. А палетка хорошая, неплохая, но я вам уже свое мнение сказала. Вот если бы не брала для вас новинки на затест, я бы ее не взяла, потому что люблю кремовые тени, жидкие тени, которые люблю. Да? И еще один момент, мне здесь очень не хватает оттенков с розовым подтоном, которыми я люблю пользоваться на ежедневной основе, теплых каких-то оттенков. А вот эти вот коричневые, многие из этих оттенков, если их наносить на глаза, они садят веко, поэтому я не очень люблю. Так, дальше у нас с вами классные скидки будут на туши аж 60% за, как бонус за покупку, за каждые 500 рублей. Еще не забудьте активировать до начала действия следующего каталога свои купоны в личном кабинете. Заходим в раздел «Купоны карты», и там то, что у вас собралось, то, что у вас есть, их нужно активировать, чтобы они участвовали в розыгрыше. Можете их передарить. Для этого их активировать не надо. Надо нажать на значок социальной сети. Вот как раз. Получили карту, активируйте. Подробная инструкция здесь есть. Кстати, по тушам. 179 рублей, вот это очень люблю. Сейчас на моих глазах вы видите в последние несколько месяцев только ее. В редком случае беру другую, вот люблю еще Лореаль, но вот это любимка вообще за такие деньги. Для меня это очень крутая тушь на самом деле. Пудра опять будет с хорошей скидкой, пудра классная, пудра суперская. У меня девочки, кто взял, ее тоже очень заценили, поэтому супер шик красота. Помадки, я очень люблю матовые, поэтому... Мы с вами какой оттенок? Вот 411-86, утонченный розовый. Я хочу вам сказать, есть совпадение с каталогом, но он при искусственном освещении более коралловый, а при естественном розовый. Вот так вот он играет на губах, интересно. Вот совпадает, вот здесь совпадает. Совпадает при естественном освещении, вот такой он. А при искусственном он более коралловый. Поэтому смотрите сами. Новый дизайн помадки, который тоже очень многие любят. Девчонки, чуть больше 100 рублей она будет стоить со скидкой консультанта. Это помада ухаживающая, она такая кремовая, у нее действительно атласный комплекс. Здесь есть увлажняющие компоненты. На зиму помадка прям супер, поэтому стоит присмотреться еще и за такие деньги. Вообще просто шик, блеск, красота. Мне не хватает оттенков карандашах для губ. И вообще на нашем складе практически никаких не осталось. Очень хочется какой-нибудь нюдовый. Может быть, будет такая новинка у нас с вами скоро. Из тональников мой любимый кушон. Сменный блок для кушона. Слушайте, не хотите брать кушон с зеркалом, не берите. Возьмите сменный блок, если у вас нет самого кушона, и пользуйтесь им. То есть открыли его, у него есть крышечка, и кисточкой или какой-то своей пуховкой наносите. Ну просто смотрите, до меня только сейчас дошло. Кушон стоит 1700, а блок 399. То есть по факту 1300 вы платите за упаковку с зеркалом. Она вам нужна? Нет, не нужна. Поэтому, ну как бы, ну кто видит-то, да? Смотрите, за 300 рублей с небольшим со скидкой консультанта вы берете себе тональник. Это слоновая кость у нас здесь предлагается. Только светлый самый. Вот, но круто же, все равно круто, да, лайфхак. Все приходит. Так, а здесь у нас сменные кушоны не предлагают? Не предлагают. Ну, в общем, круто, круто. Идея хорошая, берите на заметку. И консультантам своим тоже рассказывайте о своих структурах. Средства по уходу за ноготочками. Уход. Ну, не новинка, но сказали, вроде состав обновили. Я вообще до этого очень любила Мист Океанум и на волосы его пробовала распылять. И после душа на мокрое тело. Очень классная штука. Если хотите использовать для тела, можно добавить туда немножко маслица для тела. И тогда вообще получится очень круто. На лицо прям его обожаю. Использую на дневной основе. На ночь мне маловато. Я там беру уже такие тонеры помощнее. One Week Miracle, кстати, хорошая линейка. Крем для контура глаз и губ и ночной крем набором. Ага. B-Royal нет, мне не понравилось. Но на вкус и цвет, как говорится, Global Oxygen на любое время года. Кислородным сиянием я спаслась, когда пришла в Faberlic от шелушения в Т-зоне зимой.
Вот у кого такое бывает, у кого, когда наносишь тональный крем, вот эти все шелушинки видно. Вот хорошее очищение, а после кислородное сияние очень хорошо напитывает кожу. Прям вот просто шикарно. После этого у меня таких проблем больше не было. Ни разу за вот сколько уже, несколько лет. Масочки любимые опять, смотрите, по 79 рублей обязательно возьму. А как бонус за покупку за каждые 500 рублей. Прям наберу, сколько позволят, прям наберу, насколько будет заказ. Кушончик Айсиул тоже любимый, это самый мой такой ходовой оттеночек. Доктор Кор, я к этой серии отношусь так посредственно. Вот недавние новинки у нас с вами в серии Эксперт. Есть что сказать, девчонки. Пользуюсь пилингом раз в неделю, потому что пользуюсь еще параллельно другими. Так, пилинг у меня сейчас раза три в неделю я уже применяю. И обязательно на ночь, вот к дневному крему рука не тянется, но сейчас вот у нас через несколько дней буквально похолодает, и я буду им пользоваться. А на ночь обязательно наношу исключительно вот этот крем отбеливающий ночной, и светлеют. Вот две недели, две, уже почти три недели, две недели пользуюсь активно, ежедневно, светлеют мои пигментные пятнышки, поэтому вкупе хочу сказать, что линейка рабочая, пилинг вообще за такие деньги просто шикарный, потрясающий. Кто брал, так, какой у меня дневной крем, ну точно не с моментальным осветляющим, кто брал с моментальным осветляющим, поделитесь отзывами, как был раньше или как сейчас. Ну 50 SPF многовато, вот мой второй дневной. Лежит, ждет своего часа. Рекомендую очень вот эту линеечку Эксперт с малиново-розовыми, да, вот этими вставочками на зиму, как уход за возрастной кожей. Здесь все абсолютно средства, которые представлены на двух этих страницах, рабочие. Присмотритесь. Так, сывороткой пользуюсь на несколько дней, что-то я за нее забыла, пока ничего сказать не могу. У нее эффект накопительный, через дней 10-14 начинает только проявляться. Поэтому можно дать время. Действительно, рабочие сыворотки были, по крайней мере. Вот линейка Реноваж, тоже возрастная кожа. Моя любимая сыворотка всех времен и народов. Обязательно, если что-то новенькое не появится, на зиму ее себе возьму. Обожаю. Я прямо из этой серии выделяю сыворотку. Наконец-то появился ночной крем куркума. На складе он просто потрясающий. Я его взяла, но пока лежит в запасе, потому что хочу весь тюбик отбеливающего крема доиспользовать, чтобы посмотреть на эффект. А потом уже куркумой. Куркума, девчонки, это что-то с чем-то. Именно ночной крем. Дневной мне не понравился. Мне не понравилась сыворотка, а кремом для вокруг глаз я вообще не пользуюсь. Но ночной он какие-то чудеса с лицом творит. Вот просто какие-то чудеса. Вы встаете с бархатным персиковым лицом с утра. Поэтому рекомендую, пока есть на складе. Алхимик, ну, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Вроде интересная, но поносив ее, я поняла, что это не мой аромат. Навряд ли я им когда-то буду пользоваться. А кто-то прям в восторге. Поэтому здесь, если есть возможность взять пробники, берите пробники. Ароматы описывать это дело неблагодарное. Во-первых, на коже у каждого раскрывается по-разному. Во-вторых, восприимчивость к тем или иным компонентам тоже у всех разная. Поэтому никакого смысла вообще рекомендовать ароматы я не вижу. Лучше берите пробники. На большинство парфюмов в Faberlic есть пробники. Либо когда идут распродажи по 30 мл. Да? Сейчас мы до них доберемся, наверное. Вот там тоже можно взять за копейки ароматы потестить. Не понравился, уже как бы ну, денег не жалко. Ампулы классные, буду повторять. Еще вот эту Эксперт с амлой добавила Ксюшке в несмывашку. И хочу сказать, что волосы расчесываются просто великолепно. Для окрашенных волос тоже рабочая лошадка. Помните, мы раньше такие ампулки наподобие были у нас, да? Добавляли их краску даже. Когда замешивали краску при окрашивании, добавляли, чтобы волосики не так жгло. Скидки на морожку любимую надо запастись. У нас всей семье морожка подходит. У Ксюшки после нее волосы вообще просто великолепные. Локоны ложатся прям как будто после крутой укладки, после салона. Масочка перцовая по скидке будет, скорее всего, тоже возьму в запас, потому что работает. Здесь большой объем, а цена просто замечательная. Ее хватает надолго, она действительно жжет, она пахнет прям перчиком. Мне очень, кстати, нравится этот аромат, вообще не химозный, очень естественный. А по дезику антипреспиранту мне не понравился, совершенно не понравился. Во-первых, мне не понравился запах ни геля для душа, ни дезика. И подмышечные впадины были и мокрыми, и присутствовал через какое-то время запах пота. У нас достаточно жарко, мне не понравился. Зимой в морозы использую, а так нет. Все-таки мицеллярный гель для душа для меня является самым любимым, а дезодоранта Faberlic пока для себя идеального я не нашла, к сожалению. Так, едем дальше. Что у нас тут по скидочкам еще будет интересного? Это космецевтика.
лечебная уходовая косметика. Концентрат-активатор, шампунь плюс спрей. Рабочие действительно средства вкупе нужно делать. Желательно лучше вместе с ампулами, если хотите эффект побыстрее. Все работает и все работает на ура. К этой линейке прям советую присмотреться. Для ножек наше с вами все любимое. Бальзамчик классный. У меня Крис, кстати, ежедневно теперь идет на улицу. У нее ритуал. Она аккуратненько его открывает, мажет свои губки. И ей так здорово блестит. Ей нравится. И прямо перед прогулкой у нее ритуал. Она как мама такая деловая. Вся красится, все. И пошла. Так. Я надеюсь, что скоро салфетки Ума перевыпустят. Смотрите, а здесь у нас даже маленьких пока не напечатали. Где они? Они есть здесь. Белые. Я по ним прям очень скучаю. А маленькие салфетки понравились. Да, они напечатали. Маленькие салфетки прям хорошо взяла в запас. Сейчас, скорее всего, их тоже на нашем складе нету. Так, что хочу сказать, где наша новинка энергетик для снижения веса. Да, вот слив формула. Вот этот 45% будет скидка. Так, где он? Фитоконцентрат для контроля веса. На мне он работает, не скажу, как контроль веса. Я пью его почти каждый день, не каждый день. Но как энергетик работает великолепно. То есть дарит бодрость. Сейчас на нашем складе нет моего любимого БАДа Energy Boom. И у меня все запасы закончились. Поэтому вот эта штука очень нужна и важна. Так, что советую взять на зиму? Пишут девочки в комментариях, что брать детям и себе для повышения иммунитета. Обязательно бронха. То есть чуть что начинается, сразу даю бронха. С одной капсулы кашель становится влажным. Потрясающая штука. Витамины группы В. Дегидрокварцетин. Витамин D. Омега. Так, ну деткам то же самое. У них свой D3, своя омега и магний B6. Для тех, кто ходит в школу, да и в садик, укреплять нервную систему. И витамины группы В и вкупе с магнием действуют на нее великолепно. Так, так, так. И живица, конечно, наша любимая. Где она? Вот она. Она в прошлом каталоге была дешевле. У нас запасик есть. В этом она немножко подороже. Имбирный напиток тоже хорошо работает тепленьким пить. Но просто деткам как-то это будет совсем не очень. Я сама не очень люблю его привкус. Еще сейчас активно пью витамин С плюс цинк. В прошлом каталоге тоже было дешевле. Вот такой набор обычно у меня всегда есть на осень, на весну. То есть два раза в год по курсу мы проходим. На прокладке акция. То есть берешь две пачки, ну и цена тут, видите, выше гораздо, чем в предыдущем каталоге. Берешь три пачки по цене двух. Вот как это все звучит. Тут у нас для спорта серия Aromeo. Что у нас еще тут новенького? По чайнику, девчонки, я очень довольна чайником. Прям вот очень. Я чай начала пить. Где он тут милый, родной, хороший. Нарисовали нам его. Я начала пить чай. Мне нравится. Я добавляю фрукты дольками. Это так красиво смотрится. Так здорово. Поэтому да. Пластины. Девочки, сняла подробный ролик в Дзен. Уже вышел. Как они справляются. Как разводила. Куда наливала. С очень тяжелыми загрязнениями. То есть есть ролик, я показывала вам там на подоконнике, а есть ролик, прям где, ну, я специально запустила плиту и этими салфетками пробую все очистить. Поэтому, кому интересно, обязательно переходите в Дзен, там прям все подробненько. Все посмотрите, все увидите. Так, ну дальше у нас с вами бытовая химия. Как всегда, даже если нет акций, все равно всегда что-нибудь в запасы беру. На салфетки, на влажную туалетную бумагу тоже у нас 3 по цене 2 будет. Вот эта штука очень удобная, мега классная, суперская. Мне понравилась очень люстру и какие-то вещи, гардины, которые не потолочные, очень-очень удобно. Поэтому я рада, что ее взяла тоже. Ничего плохого сказать не могу. Так, колготки с имитацией гольфов. Хочу, буду брать, как VIP-новинка. Нам не предложили. Хочу взять Ксюшке в школу, потому что смотрится классно. Она сейчас полюбила ходить в юбках. И поэтому здорово. Красные мои колготки пока лежат, ждут своего часа. Они вообще по 399, по 299 рублей, девчонки, будут. Вот прям просто супер. 60 ден. За такую цену они очень плотные, они очень качественные. Колготки вообще великолепные. И у нас еще с вами гольфы были. Тоже они как вид новинка не выскакивали. Но для гольфа уже поздновато. Витамания по хорошим ценам. Сейчас скоро у нас день учителя. Можно обязательно присмотреть себе, прям собрать какой-нибудь подарочек. Я всегда учителям отдельно, несмотря на то, что как бы я комитет собираю от класса, но там, как правило, это такие подарки значительные. Я еще ребенку даю какую-нибудь мелкую приятность, собираю Фаберлик. Вот, кстати, парфюма по 30 мл за смешную цену. То есть со скидкой консультанта 300 рублей.
Вот можно взять, потестить. И как бы так. Или пробничек. Да? А, на восьмой элемент. Восьмой элемент очень достойный. Парфюмы мне нравятся оба, и красный, и синий. Скидка хорошая. И подарок за регистрацию у нас в этом каталоге будут патчи на выбор. Я советую выбирать Айсиул или Океанум. Не Айсиул, One Week Miracle. Вот Айсиул мне розовые вообще не понравились. Океанум еще более-менее, а One Week Miracle я от них вижу больший эффект. Но они маленькие, узкие. Они прям вот под глазки. А вот эти, они широкие. Поэтому как бы смотрите сами. Кто не зарегистрирован, ссылочка всегда под роликом. А вот здесь где-то вверху сбоку. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Пишите свои вопросы, на чем подробно остановиться при обзоре следующего каталога. Всех люблю, целую, всем пока-пока.